Динамо Акбарс, Ангелина Лазаренко, Анна Подкопаева, Варвара Сергеева, Ирина Королева, Саманта Фабрис, Саманта Брисио, Татьяна Кадочкина, Вера Ветрова, Екатерина Лазарева и Таисия Коновалова. Посмотрим, как они себя. Поехала на Олимпиаду и мечтать Европу, то есть была в расположении на национальной. Сейчас тоже погружена в игру, буквально находится там, на площадке. Посмотрим, удастся ли сейчас ее реализовать. Отлично. Важно, она известна именно скоростью и силой своих ударов, а не такой никто не ожидает. We'll be right back.
партии заходила в эту встречу. Таким образом, в обречье Липецкого Липецка с улицей, и белорусская минчанка сыграет с Динамо Москва.